В Сергиево-Посадском городском округе продолжают работу мобильные пункты вакцинации. Сделать прививку можно в торговом центре, сельской амбулатории и даже в травмпункте. Во вторник, 10 августа, с 10 до 12 часов, вакцинация проходит в клубе «Активное долголетие». Также прививки делают в амбулаториях Васильевского, Мостовика, Семхоза, Силкова, Мишутина, Заречного и в поликлинике поселка Богородская. График работы указан на экране. В среду, 11 августа, с 14 до 18 часов, работает пункт вакцинации в торговом центре «Капитолий», с 11 до 13 часов – в Богородском. Выездные пункты открыты в Лесхозе, Скоропусковском, Загорских Далях и СНТ «Ветеран». В четверг, 12 августа, вакцинация проходит в Васильевском, Мостовике, Семхозе, Торгашиной и Богородском. График работы указан на экране. В пятницу, 13 августа, с 12 до 17 часов, открыт пункт вакцинации в торговом центре «Маяк». Также прививки делают в Скоропусковском и Богородском. В субботу, 14 августа, с 10 до 15 часов, открыты пункты вакцинации в торговых центрах «Капитолий» и «Счастливая семья». С 12 до 14 работает выездной пункт в СНТ «Отдых». В воскресенье, 15 августа, с 10 до 14 часов, делают прививки в торговом центре «Маяк». Согласно графику, работает пункт вакцинации в торговых рядах. Со вторника по пятницу с 12 до 17 часов, в субботу с 10 до 15 часов. По своему графику проводит вакцинацию в культурном центре Елизаветы Мамонтова. Вторник и четверг с 14 до 19 часов, в субботу с 10 до 15 часов. Кроме того, по будням с 8 вечера до половины 8 утра можно вакцинироваться на базе травматологического пункта районной больницы. В субботу в травмпункте можно сделать вакцину с 15 часов до 8 утра следующего дня, в воскресенье с 13 до 8 утра. Предварительная запись на вакцинацию не требуется. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и медицинский полис.